Вулиця Хуторська. Місцеві жителі вже декілька місяців перекривають дорогу та вимагають зупинити рух багатотонного транспорту. Ось так виглядає дорога. Незважаючи на знаки, вантажівки продовжують їздити по цій трасі. Доброго дня! А ви бачили знак, що не можна рухатися? Я везу магазин. Але ж там знак висить. Я бачу. Без коментарів. Основные требования жителей улицы Хуторской – это убрать отсюда движение грузового транспорта всех типов – контейнеровозов, рефрижераторы, 20-футовые контейнеры, 40-футовые контейнеры, просто фуры, которые идут под разгрузку в порт. Нашими усилиями добились того, что поставили знаки, запрещающие движение грузового транспорта. Но как было, так и есть. По нашей видеорегистратору, который мы установили на дороге, проходило в сутки более 2500 автомашин ежесуточно. Они сказали, мы как ездили, так и будем ездить. И все. Знаки их не интересуют. А мы страдаем из-за того, что у нас рушатся дома, падают потолки. Как подъехать к цементному заводу, прикажете? Это единая дорога? Да. Либо через Усатого, либо сюда, решайте. Это не я решаю, я простой солдат. У меня есть логист, есть маршрут. Все, я выполняю указания. Крім вулиці Хуторської, жителі селища Усатова вирішили перекрити трасу обласного значення Н-28. Вимоги все ті ж. Наше правительство довело людей до того, що ми вынуждены виходити і перекривати дорогу для того, щоб не через село Усатове не проїжджали большегрузні машини. Здесь рушатся дома, здесь начинаются аллергические заболевания, здесь масса, выхлопные газы, люди дышат этим. Невозможно ночью спать, этот грохот, этот треск, невозможно так. Нас интересует вопрос, куда деваются деньги, которые выделены на поля орошения, из порта дорогу делали. Куда делись эти деньги? Почему наше правительство, наши власти не поинтересуются, как они использованы? Від фур страждає біля 2000 мешканців Усатова. Руйнуються будинки. Обіцяна облрадою об'їзна дорога недобудована. Заборонні знаки є, але водіям вантажівок плювати. Штраф всього 255 гривень. А скільки штраф? 255 гривень. Согласно статті 122 частини 1. Як багато в день порушників? Ну, є. А ви їх розвертаєте, чи вони... Ну, хто хоче розвертається, їде через Ізвісткову, хто стає, от жде. А чого ждуть? Ну, ждуть маршрута, з руководством согласовують, який другий маршрут.